Всем привет! Бытует мнение, что можно будто бы варить трубы полипропиленовые. Предположим, один край нагреваем долго-долго-долго, секунд 15, а второй край мы нагреваем 5 секунд. А в это время у нас находится в открытом состоянии край, который мы грели 15-20 секунд, он у нас остывает тем временем. И бытует мнение, якобы так можно варить. Давление там какое-то люди пускают, какое, не знаю. Но мы же будем опрессовывать 40, как минимум, барами. И давайте же проверим, правильно ли это, или это заблуждение. Мне интересно. Поехали. Так, вот этот вот край. Давайте-ка вот этот вот край мы будем греть долго, а вот этот край мы будем греть быстро. То есть этот мы будем нагревать секунд к 20 при температуре 260 градусов, а этот 5 секунд. И так каждую. Поехали. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, честно, херня какая-то выходит. Вообще полнейшая херамбула. Ну, нам надо проверить. Следующую производим таким же образом. По виду получается какое-то дерьмецо в некоторых местах. И теперь, дабы не откладывать в долгий ящик, я предлагаю это опрессовать сразу же. Раз нарушаем, так нарушаем по полной. Одна, два, три. Так, три атмосферы. Четыре. Ну, шесть. Стабильненько, да, товарищи? Стабильненько это держит. Пусть все же немного подостынут, потому что они еще пока горячие. Вообще, честно, зачастую просто... блин, а кстати, у нас ведь пакет. До сих пор все сухо. Вот он, пакет. Мешковина. Все сухо. Ну ладно, давайте уже давление, чем мы не деть. Поехали. 8. 10. 10. 12. Кстати, обратите внимание, вот эта муфта, у меня, вот это в одном из опытов я просто, блин, делал и зафигачил их прям, припаял одну к другой, как и вот эти стыки, ничего держат. 14, 16. Ну, это ожидаемо. Уже подостыло, все сухонько. 20. Кстати, в предыдущем опыте у нас кто-то бахнул даже аж на 45.
Поэтому смотрим. 25, 25, 30, 35, 40. А, 45. Ой, кто-то треснул. Ладно, товарищи умельцы, ваша взяла. Один край грели долго, другой край грели не так долго. Один край мы примерно прогрели, 20 секунд, другой край мы грели 5 секунд. Как видим, все в целости и сохранности. Пока.